Уфе впервые прошли уникальные онлайн-уроки. Учителя провели занятия сразу на два класса. Один находится в поселке Федоровка, а другой здесь, в гимназии номер 105. Много сегодня сельских школ, которые имеют небольшое количество участников, порой детей меньше, чем учителей. Поэтому проблема такая в республике у нас стоит. Пока идет апробация, если все удачно пройдет, мы надеемся, что мы запустим пилотный проект с 1 сентября 2013 года. Полностью классы здесь, полностью класс, находящийся удаленно, одновременно ведется урок, ведется опрос, выставление оценок, и непосредственно они и участвуют в процессе урока, и пишут на доске, и решают, и отвечают. Все в дистанционном, онлайн-режиме. Это вообще на самом деле очень интересно, учитывая, что есть полное взаимодействие. Дети видят педагога, педагог детей, дети видят детей из другой школы, они могут пользоваться одной доской, использовать все мультимедийные возможности, то есть интернета. Ну, это значительно интереснее, чем было в наше время. Давайте сделаем проверку, посмотрим, а там уже готовы.